Хо-хо-хо! А почему только мальчику можно в класс Деда Мороза? Не задавай больше этот вопрос. Подарки раздает Дед Мороз, а не бабушка. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! И победителем становится номер 9! Это я! Я хочу учиться в классе Деда Мороза, как мальчики. Если Люсия хочет попасть в класс Деда Мороза, она должна сдать экзамен. Вперед, Рудольф! Исполнить рождественское желание ребенка. Ой, Рудольф! И тогда мы примем ее в класс Деда Мороза. Ура! Постой! Мой папа болен. Ты не сможешь мне помочь. Ну и ну. Твой папа рок-музыкант? Нет, археолог. Если у больного потеря памяти и быстро растут волосы, вероятно, на него напал Крампус. Так выглядит мой папа. Чтобы найти Крампуса, нужно узнать, где на твоего папу напали. Как дела, Альфред? Переживаешь, что папа боднул козел? Это был не козел, и я Альберт. Видишь? Метка Крампуса. Отдай книгу. Нет, а ну отдай! Это книга! Идем, Альберт. Но Крампус опасен. Метка Крампуса и слезы Крампуса, а я, дурачок, поверил. Куда они тебя отправили? Утимус отцум и папорам. Ты странная, но мне ты нравишься. Не сдавайся, Люсия. Время еще есть.